Тем временем крутые морозы подняли продажи валенок. Так, на Галышманской фабрике в эти дни традиционную сибирскую обувь продают в разы больше, чем обычно. Благо, производители за лето сделали достаточный запас. Валяют обувь и сейчас. На производство одной партии уходит неделя. Сырье используют местное. Шерсть закупают в 10 хозяйствах района. Мы уже работаем, выходит 9 лет. Вот, и за это время, в общем-то, поставщики у нас не изменились. У нас свои, есть свой реестр поставщиков, от которых идет качественное, значит, сырье. Цена, естественно, за 6 постоянно увеличивается, так как все растет у нас. Однако сейчас устойчивый спрос на валенки только в холода. В последнее время на тюменский рынок зашло немало продавцов такой обуви. Галышмановским производителям пришлось сократить производство в 2 раза.